записывается. Нам понравилось. Сейчас будет рассказать, пока не молчите. На камеру нам надо. Уже записывается? Да. А ведь мы для тебя, то нам нужно знать. Записывается. Спасибо. Ну что, дорогие, поделитесь своим ощущениями. Зачем? Свет нужен для камеры. Мы записываем сейчас видеоотзывы. Если кто-то против, чтобы вы укладывали там интернет, то нам обязательно надо. Ну сразу предупреждайте, может в вашу сторону камеры не будем управлять. Есть такие? Нет. Сейчас просто каждый рассказывает, что он почувствовал, то, что получил, какой результат, какие эмоции, какие. Что там может быть произошло, такой инсайт какой-нибудь у кого-то. Предлагаю всем. Ну что, кто начинает? Ой, давай, день ты. Ой. Ты самый главный массажист. Да, я понял. Да, Паша, есть что говорить. Ну, я не знаю, у меня на самом деле слов нет. Я уже второй раз. Без слов. Не готовлен без слов. Первый раз я разболтался на прекрасно. А сейчас я еще пока не проснулся. Ну, я уже второй раз посещаю мастер-класс чудесного мастера по массажу и не только. Духовным практикам, я так думаю, очень большого уровня. Я, конечно, не знаю, как выразить все, что я ощущаю, потому что это действительно просто нечто колоссальное. Вот, это не только пробуждение там, на физическом уровне, потому что у нас очень много капилляров дремлет, ну, даже если в рабочем ритме организм все равно интенсивное кровоснабжение только внутреннее, какое-то там более крупных сосудов происходит, а внешнее у нас всегда как депо крови, то есть там застой, там всегда застой, поэтому мы все кожа белая, по идее, должна быть, как вот, если бы везде бы... Да. Вот, а массаж скрывает в 1500 раз капилляров, на массивном участке, да, доказано, вот, и поэтому просто так настолько все ускоряется, что и очищение организма, и не только, да, очищение на кровеносном, да, уровне, но и межклеточном тоже, поэтому, ну, и тут еще, конечно же, это самое, духовная энергетика, да, присутствует, поэтому, мастер обладает огромным потенциалом, конечно, и поэтому так все передает просто. Не знаю. Спасибо огромное. Вот. Я вот в этот раз, конечно, повинюсь, я не успел собрать народ, хотя обещал. Я, да, хочу просить еще один шанс, последний уже, наверное. Потому что закрутился у меня тут последний учебный год, и диплом, и кучу работы, и все такое, я поэтому не успел. Вот. А к следующему семинару начну готовиться уже... Нет, да, но по идее должна быть человек 25-30, но рассчитывалось так. Мы на это планируем, то есть это вот стартап, скажем так, 30, а потом уже... То есть это совсем немного, 30 человек только. Но, по идее, человек 200 надо собирать. Вот это будет, да, действительно. Потому что, может быть, прямую трансляцию открывать. Да. Вот. И я к следующему семинару начну готовиться уже завтра. Заранее. Ну вот. И поэтому будем дело развивать, потому что это очень на благо здоровья и на физическом уровне, и на духовном. Вот. Потому что именно дух питает тело. Но никак не наоборот. Поэтому, когда дух напичен, то и тело здорово. Все как бы. Ну что, самое главное сказал. Тебе понравилось? Очень понравилось. Ну это само собой, я как бы не стал это говорить, потому что. Само собой. Спасибо огромное, Галина. Это самое просто. Чудо чего. Не знаю, что просто. Мне тоже все понравилось. И даже энергия сейчас идти вагон разгружать. Да. Сейчас поедем. Следующий. Олег. Все, я следующий. Да.
Краткость стала. Ну, мне это было необходимо, потому что, как говорится, сапожник без сапог, массажист без массажа, и как раз надо было, чтобы так вот сильно, жестко там промяли вот эти вот точки, нервные окончания, триггерные там зоны всякие вот эти вот. Скажу, что получилось, да, и хруст был, и больно было, и орал кое-где, и смеялся кое-где. Ну, в общем, все было, поэтому я всему рад. Все с радостью. Да. Тот, кто не присутствует, тот этого ничего не получил, того ничего не было. А у меня было все. Все, что в жизни нужно там. Приберись. Мужчина, женщина, ну все, все смешалось. Спасибо. Поэтому я рад, я буду ходить, да, и обязательно всем рекомендую. Спасибо большое, мне тоже все понравилось. Даже время массажа мне брала голова, а после прекратили, прям дискомфорта. Ну это просто, наверное, пошло. Да, так что это можно практиковать. Очень полезно было, спасибо большое. Ага. Мне, наверное, тоже в первую очередь интересно было с точки зрения будущей практики. То есть я особо еще не ходила ни на какие курсы, только Петя один раз мне что-то показал, но я больше там, больше кричала. Будете сами сдавать у меня. Это первый губ. Диплом писать надо? Если приедете, будете экзамен сдавать. Диплом писать надо? Вот, и, ну да, хотела бы тоже поблагодарить за интересную практику и какую-то возможность побольше узнать об этом деле. Спасибо. Спасибо. Я в блаженстве. Благодарю Ляпина, своего партнера, Петра и все соображения на сегодня. Я просто попал. Я должен попробовать. Условно, либо если я начну сейчас говорить, то это будет долго, вот, поэтому я просто благодарю. Спасибо. Я хочу поблагодарить, мне было очень интересно, и поблагодарить Галину, поблагодарить свою подругу, которая меня пригласила, и поблагодарить своего партнера. У меня сейчас потрясающее состояние такого умиротворения и наполненности. Спасибо. Спасибо. Может, значит, получила на 100%. Я согласна. Я? Дай поближе подойду. Что я сегодня получила, это такой замечательный дар, над которым я должна еще подумать и раскрыть вот доверие партнеру, который иногда нажимает не на самые приятные точки в теле, и ты должен доверять ему и расслабляться, и как бы протекать в это ощущение. Вот это очень важное для меня открытие было, и я буду еще этому учиться. Спасибо, Галочка. Спасибо. У меня тоже состояние какого-то блаженства. Спасибо Виталику большое. Необычное такое внутреннее ощущение. Ну, как я и говорила, поток какой-то теплой энергии, снизу холодные, мурашки по коже у меня были. Какое-то очень необычное. Вам большое спасибо, Галина, то, что очень доступно все рассказывали, показывали. Я думала, у меня будет намного больше вопросов. Спасибо. Спасибо. Тоже спасибо, все очень сильно понравилось. Это, еще раз повторюсь, впервые для меня было, благодаря ей пригласила меня. Буду советовать друзьям, но сам буду приходить еще. Понравилось, необычно достаточно. Скажу еще так, что ощущение, когда делают ногами массаж, уже иногда забывают, что это ноги, кажется, что это руками на самом деле. Но реально, какие-то ощущения. Да, интересно было такое у меня тоже. Но, правда, устал, когда делал. Ну, конечно, уже хорошо. Вот видите, это же доступно для 11-летнего ребенка, да? То есть, ну, он как бы не ребенок, но все равно это уже довольно-таки доступно даже для мальчика. Спасибо большое. Чувствую вообще ничего. А тут на самом деле такая практика, что человеку вроде сил особо много не нужно, хотя он говорит, что устал, но я очень сильно на себе все прочувствовал. То есть любое вот это вот его движение, где он там искал точки, то есть очень сильно так пробивает. Спасибо, Галина. Очень интересно получилось.